Всем привет! Меня зовут Карина. Сейчас мы будем делать упражнение 8, 2, 4, 13. Это э, поиск устранения паладок, но уже сеть 2. Давайте начнем. Вот наше задание. И здесь также нам нужно будет делать траблшутинг и я все так же знаю, где ошибки. И я их сразу же их покажу, что мы не тратили час, на их ну, время на их поиск. И первая ошибка это если открыть отла командную строку, ввести команду show run, ой, enable show run, то если пролистать вниз и посмотреть на гигабит интернет 0.1, вот он, то мы можем увидеть, что IP и RCP у нас будет, секунду, вот, 1000, а он должен быть 100. Давайте это исправим. Для этого Ctrl-C, конф чтобы зайти в привилегированный режим конфигурации. И вводим команду для перенастройки и rchp. Для этого вводим команду и no rchp. Ой. chpr uh, 1000. Секунду. Давайте это скопируем лучше. Вот, там IPv6 еще. Но no IPv6 RCHP 1000. Что не так? А, нам нужно зайти в интерфейс i 0. Вот. Теперь, если мы ведем команду, то все будет ОК. Мы отменили RCHP 1000 и теперь настраиваем RCHP 100. Ой, мы не отменили. Ну, no IP и RCP 1000, но при этом IP и RCP 100. Готово. Давайте откроем наше задание, чтобы мы сразу видели, что у нас творится с баллами. Вот они будут. Давайте смотрим дальше. Следующая ошибка, это если посмотреть на конфигурацию R2, то можно увидеть, что... IPv6 Road также здесь неправильный. Давайте введем команду share Show Run, чтобы это тоже увидели. Show run. Вестаем вниз и внизу там будет IPv6 Road. И он здесь также неправильно указан. Нам нужно будет это перенастроить. Давайте это сделаем. Открываем наш режим конфигурации, conft Вот. И теперь вводим команду No и указываем IPv6 road, который у нас указан сейчас. Копируем. Paste. Готово. Но у нас наш IPv6 road отличается только одним знаком кц 1 Так что мы можем вот так вот сделать. И теперь удалить NO. Вот. Таким образом. А, нет, у нас еще так. Давайте проверим. Должно быть э, вот так вот. Правильно, гигабит интернет 0.1. Вот в чем проблема. 0.1. И в конце фаза интернет. Ой, фаза интернет. ipv 6 адрес с конце с единичкой. Все окей. Мы исправили вторую ошибку. Теперь давайте третья. Третья ошибка у нас находится в R3. Командная строка enable show running config и у нас это будет с ERCP проблема. Если мы пролистаем в самый низ, да, ой, назад, командная строка, вот, мы видим, что IP ERCP роутер, он отключен, но хотя он должен быть включен. Так что uh, const Uh, нужно настроить IP и RCP роут. Точнее, включить его. Для этого вводим команду IPv6 RCP а, роутер. RCP. И далее, ой, RP, GRP, и указываем сто, чтобы перейти к настройке. Только здесь слово Router. Вот. И No Shutdown, чтобы его включить. Готово. Осталась последняя ошибка. Она у нас находится в R1. Это понятно, потому что R2 и R3 мы уже как бы исправили. Открываем R1, командная строка. И э, исправляем нашу последнюю ошибку. Если ввести команду show running config, Ой, она и была сначала, да. Show running config и пролистаем самый низ, то увидим, что у нашего S001 неправильный IP-адрес. Вот вы можете ее сверить, но он здесь неправильный. Давайте исправим на правильный. Конфта. Uh, Далее в... переходим на наш интерфейс Serial0. 0.1. Ой. Сериал 0.0.1. Так. Теперь No IPv6. IPv6. Да, правильно. IP адрес. И указываем этот IP адрес, который у нас сейчас. Copy, paste. Только не повторяем IPv6 два раза. Вот так. То есть мы ввели команду ipv6-адрес, мы его отменили, и теперь вводим команду ipv6-адрес и копируем ip-адрес с нашей таблички. Это у нас r1 и сериал 0.0.1. Копируем, ctrl-c, и записываем, ой, paste, ctrl-v, enter. Все. Таким образом мы исправили все ошибки, я надеюсь, у вас тоже получилось их исправить. А думаю, на этом все. Всем пока.